Пентагон испугался утечки и запретил китайские смартфоны. Военным базам Соединенных Штатов Америки запретили продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE из-за угрозы безопасности. Об этом заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн, передает Washington Post. По его словам, приказ прекратить продажу смартфонов был отдан в пятницу 27 апреля. Под запрет также попали интернет-модемы и другие средства для мобильной связи. При этом сотрудники военного ведомства могут продолжать использовать устройства, в том числе в рабочих целях. Однако Пентагон просит помнить об угрозах безопасности, связанных с китайскими смартфонами. О каких конкретно угрозах идет речь, в министерстве не уточнили. Ранее 14 февраля сообщалось, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами Huawei. Американская сторона выразила опасение, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР. Пишите в комментариях ваше мнение по данному поводу и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. На этом все, всего доброго и до новых встреч!